Улетаю, запрошу и поехали на свежайшем велике видно Ришка. Всем гарного настрою и веселого настроения. Яха. Велопрогулка на уже новом велике. Ну и на старом мы уже не услышим скрип, не увидим, так что тут все окей. Запланировал гениальный маршрут, пора прокатиться, обкатка. Но больше внимания трассе, велику и комментарии возможно. Всем классного солнечного теплого настроения, погнали. Иху! Вторник сегодня, травня. Проверить пожелаю. Прокатимся в центр. Парк ледовый. Заглянем. Борис Кузьмичев. Завхоз борца спорта. Встречались мы здесь в городе. Встречал меня. Говорит, заезжай, Олежек, сними репортаж, пора. Ой, блин, проскочим. Скачи. Пора, да. Интересно и мне там, как идет процесс. А, шу прямо. Шу прямо. Это второй выезд на велике. Да, сделаю обзор в парке еще раз. Вызывает интерес, вижу. Плюсы, минусы велика. Есть. Незначительные минусы. И значительные плюсы. Ну, приятно после телеги моей скрипучей. Это я ласково называю. Вот танк выручал меня 5 лет. Ну и сейчас он на рыбалку работает, также действует. Интересно, что будет на нашем пути, кто встретится, встреча, знакомство. Тут что-то уже какая-то беда. Ой, блин. Это жесть. Жесткая авария.
собак, как всегда, много. Сниму короткий ролик тоже. Включать не буду эту камеру, пусть будет. Так, сейчас быстренько постараюсь. 13:24 сейчас Винница. Жесткая авария в Винницы на перекрестке 600-летия. Машина ж приехала. Жесть, конечно. И люди толпятся. Ну, в общем, такое. Я на велоэкскурсии прогуляюсь, прошмыгнулась. Вот такая фигня, маляр. Давайте, давайте, пока покачал. Ладно, долго не буду. Акцентировать внимание, беда. На беде не будем накручивать присмотр. По крайней мере стараться. По крайней мере стараться. Ну что на нашем пути, то мы посмотрим уже. Ну вот такое начало экскурсии. Жизнь города, как она есть, бурлит. Шипит и пузырится. И средь бела дня вот днем перевернулась аж машина, от удара видно. Мощная скорость была. Страшно. Машины, велосипед также, все опасно. Ну, и пешком ходить. Особенно по велодорожкам также опасно. Так, велик, все хорошо, но поскрипывает седло. Я еще покажу, где что, кто подскажет, где смазать. Я что-то не нашел пружинок этих. Седло, как говорит мой сосед Игорек, силиконовое. Офигеть, вот это модели, блин. Животики так симпатично выглядывают. О, да, поворачивается девчонка. Можно еще раз глядеть. Сигнал слышно. Ну вот здесь этот участок, здесь велодорожка была, видите, а дальше продолжение нет, ну дальше будет. То есть тут надо пролететь по воздуху и опуститься там дальше. Второй мой выезд, пока хоккея нет, ремонт, велик отдыхает, поэтому уже хочется покрутить туда. Какие ножки, да чего, хороши, не пугайся, крошка, телефон запиши. Были прохладные дни, сейчас по ощущениям плюс 18, без ветра плюс 20. Ой, там мчится полицейская, по всей видимости, на аварию. На аварию. Полис. Поскрипывают старые качели седло. Пацаны спрашивают, которые подписники Горишко на озере. Покажи велик, покажи велик. Ну, показываю.
сумочка появилась. Благодаря катамарану. Колобцам. Так. Все хорошо, ну в черном, девчонка. Ну солнышко. Можно уже светлое одевать. Черный цвет. Вечерний. Контролеры работают уже так облаво. 2 на 2. И здесь. Ого, они все выехали. Тут у них бюро. Вернее, штаб, офис. Много было контролеров. 2, 2. Так, скорости я. Надо пробовать, конечно, переключать. Сейчас буду пробовать уже. В какую только сторону. Я их заблокировал. Сейчас. О. Ой, блин, еще хуже. В другую сторону надо, значит. О, там легче крутить. Посмотрим. Зелень цветет и пахнет, акация в Виннице цветет. На Бишенском озере ощущается четко. Но в городе все же пыль, дороги, машины, поэтому я стараюсь избегать поездки по улицам, дорогам. Ну, разок можно, думаю, так. На свой страх и риск. За город также вижу, многие спрашивают. 20 километров. Нет. Без меня, пожалуйста. Это небезопасно. У нас не оборудованные дороги, межгородские тем более. Для велосипеда дорожками, велодорожками. Так что, а тут в черте города еще так нормально. Городом какая может быть, одно и то же, кусты до деревья, до пыль, до машины, которые несутся, грузовики. Так, по всей видимости, выпуски у нас, я, нет, это между парами перерыв, на солнышко вышло.